один из крупнейших производителей бетонных и растворных смесей в Томской области – «Томский цемент». Это модернизированное производство с современным оборудованием. Его мощности позволяют выпускать до 1000 кубических метров цемента в сутки. Вся продукция бетонного завода находится под автоматическим контролем, вплоть до выгрузки и погрузки. Наш завод производит бетон, производит раствор, и также на нашем заводе есть тарировка цементов. Цементы различных марок, основных это ПЦ-500 и ПЦ-400. Причем тарировка происходит в разные емкости. Есть тарировка по 900 кг, есть по 50 кг, и также продаем цемент на валом. Бетонный завод следит за современными технологиями. С появлением на рынке новых разработок и химических добавок товарная линейка завода расширяется. Любой новый элемент, который вводится в производство, соответствует ГОСТу. Сейчас у нас есть такие добавки, как пенитрон, алиномикс, полипласт, которые работают в разных направлениях. И мы готовы любой строительной организации предложить то качество бетона с теми характеристиками, которые им необходимы. За качеством всех выпускаемых смесей следит собственная аттестованная лаборатория. Здесь проводят испытания на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость. Сдать образец на анализ может как организация, так и частное лицо. Продукция завода «Томский цемент» используется при строительстве крупнейших объектов области. Удобство сотрудничества заключается еще и в том, что компания имеет свой собственный парк автомобилей.